древности люди владели этим знанием. Тогда магия была частью нашей жизни. Мы жили в Боге, а Бог жил в нас. А ведь магия — это не действие, это состояние души. Как жаль, что мы забыли об этом давным-давно. Всем привет! Пришло время поговорить о нашем волшебном ретрите на Алтае, который придет в этом году. Называется он «Магия обряда», не забывайте. Хотя у нас, конечно же, почти вся группа собралась, но все равно несколько мест есть, и я уже поздно выпускаю видео описание, что нас ждет про Алтай. Но все равно нужно его выпустить, чтобы люди знали, к чему им стремиться и что нас в этом году ждет. Вот. Скуленька наша кошечка алтайская, изображающая школу белого лотоса. Мейн-кунша. Но очень ласковая. Говорят, они не ласковые. Она сначала была не ласковая, а потом стала ласковая. Потому что я приручил мой муж. А он знаток приручения всех животных. Мастер своего дела. Ну, просто, да, она придрессировалась. И теперь она сидит на ручках. Такая вот милашная искусненькая. И кошачечка наша. Кошачечка. В этом году у нас необычная поездка. Мы выезжаем на место силы, которое мне очень нравится. Это такой колдовской магический лес возле Акташа, Луганский район. Там к перевалу Катуйрык, если кто-то ездил. Когда вот эти мертвые озера проезжаешь, там очень красивый живописный лес. А внутри него прям мощная колдовская сила, такая инопланетная. В прошлом году вот у нас группа туда приезжала, но нам не получилось состыковаться, там такой бешеный форс-мажор произошел, там не ловит ни интернет, ни телефон, и невозможно не списаться, в случае чего невозможно уловить друг друга никак. Но, тем не менее, в этом году мы вернемся почти туда, но рядом в этот все-таки лес, потому что
лес содержит в себе очень мощную колдовскую информацию. Алтай, он совершенно разный. Здесь каждые точки обладают своей незабываемой магией. И там вот именно колдовство. Почему я выбрала тему колдовства обряда? Многие подумают, у нас там разные люди приезжают, не все супер прошаренные эзотерики, не все там практикующие маги, некоторые просто духовно занимаются. Не потому, что мы прям будем глубоко изучать обряды. Вы знаете, что основной задачей ретрита все-таки является магическая прокачка. Это моя работа, а не ваша работа. Я работаю с группой там, через развлечения, через игры, через магические работы, через лекции, через просто присутствие. И моя задача максимально улучшить ваш уровень, зачистить, исцелить, духовно поднять. Ну, то есть это такой вот волшебный пендель физический, который можно дать в любых жизненных ситуациях, когда человек подзастрял, у него какие-то проблемы внутренние, духовные, или не знает, что-то делать, или хочет чего-то большего, как всегда. То есть это вот такой шанс увеличить свой жизненный уровень на определенном уровне. Поэтому и здесь также тематика обряда, она второстепенна скорее. Это некий такой уклон, ну, который, под которым мы делаем прокачку. Все равно тема какая-то нужна, мы без темы просто так это делаем, должна быть какая-то стилистика. Вот, и я выбираю тему по настроению, как у нас каждый год, какая у нас волна идет. Вот в этом году я выбрала магию обряда, потому что вот этот лес, он прям колдовской. И я подумала, что там ничего, кроме колдовства, изучить невозможно. А вот даже подать как-то и передать чувствами, энергией, магией. Я вот в промо вам записала о том, что обрядовая магия — это не то, что думают люди, это не вот этот порядок и правила, которые прописаны в книге, там сделал что-то, заложил какие-то там предметы, сжег. Обрядовая магия — это нечто большее. Это определенное состояние души, в котором человек находится постоянно. Про это я как раз расскажу в лекции там на месте. Но я все-таки стараюсь всегда выжимать магию места, где мы будем с вами находиться. Вот там место само по себе, оно обучает колдовству. И те, кто практикует магию, там смогут многому научиться. Потому что я туда езжу на свой собственный ретрит очень часто, почти каждый год, для того, чтобы почерпнуть там знания от местных духов. И вот эти энергии, они очень сильные. Знания обучающего характера по магии. Там различные прям практикумы, целые книги, учебники, столько всего рассказывается про различные техники магические, как их выполнять, что их делать. То есть вот местные духи, местная энергия. Для тех, кто практикует, это просто золотая жила, туда приходить, заляживаться на несколько дней и вот эти знания впитывать. И поэтому я хотела вас туда отвезти, наконец-то я вас туда отвезу. И у меня получится, некоторые из вас, кто практикует реально, вы сможете пообщаться с духом, я расскажу, как, что, технологию дам. Кто не практикует, просто будет вот в этой магии прокачки, которую я буду делать, этого будет достаточно. Ну, вы насладитесь, там, конечно, прекрасные вот эти леса. Тайга, вот эта лесистая тайга, не знаю, как ее назвать. Вот фотография выложена на сайте, это фотография прям с того места, это мы с мужем туда ездили и фотографировались. Вот он там на фоне этой речки, безумно красивая река, там просто какой-то бешеная, вот прям колдовская атмосфера, она сама в себя погружает. Даже вот если магией не занимаетесь, вы как погрузитесь туда. И там очень удобный подход есть к этому лесу, недалеко от базы, в то же время уединенно. Мне что нравится, это редко где можно найти на Алтае такую точку, где ты вроде в диком лесу и рядом базы, и ты можешь подъехать и подойти. Поэтому я подумала, что надо это реализовать, и я вас туда довезу в этом году. Вот, вернее, у нас, конечно, Марина организовывает все это, но идея посыл, мне хотелось вас туда свозить. И у нас там будет прям супер такая прокачка, вы там наберете себе артефактов, камушков, палочков, ну и вот обучение получите. Если вы более-менее общаетесь с духами, тонкий план понимаете, то для вас это, конечно, золотая жила. Опять же, места на Алтае нужно знать. Вот это я точно уже поняла, потому что я сколько лет путешествую, мне многие места показали местные в свое время, и про них никто не знал. И многие люди приезжают, здесь есть такая самая популярная тропа, дорога до Чимала, они даже не знают, какие точки есть на Алтае. Даже если едете на Телецкое, там тоже есть точки вот силовые, магические, есть просто визуально красивые. И туристы обычно вот в эти визуальные точки едут, там туристические точки, они не знают, где колдовские зоны. Надо очень подробно все исследовать, чтобы знать, где тут что.
А здесь действительно есть точки вот визуального восприятия, а есть вот где скапливается магия. Ну, кроме всем известных, конечно, Белухи, где понятно. Но туда, видите, добраться либо сложно, либо недешево. А на Алтае уже точки я конкретно некоторые знаю и могу вас туда прям четенько подвести. Это очень хорошая возможность для вас, даже если вы путешествуете на Алтае, знать места, где вот именно скапливается магическая сила. У нас здесь рядом с базой тоже есть очень интересное место, на котором еще не ездили, но у нас не последний год. Будем каждый год что-то новенькое делать. В этот раз я хотела вас подальше свозить, Акташ и вот эта вот колдовская зарядка. Поэтому магия обряда, там вот надо подстраиваться под среду все-таки. Если там колдовство, мы должны вот колдовать, вот этот обряд передать в духе, в состоянии души. Ну и, конечно, я с вами буду работать. И второе место, повезло вам, что оно там рядом оказалось, в Еламанской долине. Это та самая Ченнелинг-гора, через которую осуществляется ченнелинг-разговор с инопланетянами. Я не знаю, там какой-то один, по-моему, инопланетянин, но я не уверена, что один и тот же выходит на связь постоянно. Все, это Ченнелинг-гора, там реально приезжаешь, и включается вот этот параллельный голос, разговаривающий с тобой. То есть ты его можешь опознавать как там второй голос или что-то, но вот возле этой горы он включается, ты с ней разговариваешь. И дальше ты там задаешь вопросы, общаешься. Там, конечно, более такой какие-то другой формат общения. Не то, что инопланетный, не знаю, как сказать логически, но про другое. Там, может, про какие-то божественные космические энергии говорится. Если вот лес, там колдовство прямо такое, то здесь уже что-то про космос, вселенную, энергии. Но, тем не менее, можно задать вопросы, получить ответы. И повезло, что это место рядом находится с Акташом, и мы туда заедем следующим днем. Я вас туда обязательно свожу. Помните, я много лет вас туда обещала свозить, но никак не получалось, потому что съездить туда непросто. От нашей базы так за сутки не съездишь, это очень далеко. Действительно, надо где-то ночевать. И если где-то ночуешь, хотелось бы что-то совместить. И в этот раз у нас получилась программка, мини-программка, она включена в ретрит в этом году. И, соответственно, мы с вами туда поедем в дикую местность. Приготовим плов на костре, ну что-нибудь сделаем такое вкусное. И я вас научу разговаривать с этой горой, у вас будет время с ней поговорить. Это огромный шанс, потому что эту гору мало кто знает. И, в принципе, там Еламанская долина – это самое живописнейшее, красивое место на Алтае. Одна из лучших дорог всего мира считается. Это дорога вот через Еламанскую долину. Она очень такая у отвесной скалы как раз, для тех, кто не любит такие дороги от отвесных скал, где с одной стороны гигантский обрыв, а с другой стороны скала. Но там безумно красивый вид, и дорога вся, конечно, очень красивая вот в сторону Акташа. Там очень много точек для остановки туристической, но Еламанская долина – это одно из лучших мест мира. И там действительно очень красиво, вот само по себе. Но помимо этого, она достаточно большая. Там есть даже много баз на этой территории. Но возле этой горы ничего нету. И там где-то чуть дальше есть база, но она не возле этой горы. А эта гора, она все равно вот эту магию свою распространяет в каком-то диапазоне. И вот если люди не знают, они туда приехали, ой, красиво, да, остановились где-то. Но они ни в жизни туда не дойдут, до этой горы. И даже знать не знаю, что она там есть. Это, опять же, знают только колдуны. Меня вот местные колдуны научили, они мне показали эту гору, я тоже про нее не знала, там, в принципе, никак ее не найти, не понять. Вот, только знающие люди могут тебя к ней подвести. И в этот раз у нас получится доехать до этого ченнелинг-места. Вы, наконец-то, сможете сами пообщаться, если захотите, если вы практикующий маг. Но даже если вы не практикующий маг, вы хоть как-то слышите внутренний голос, хоть что-то там внутри понимаете, вы реально там услышите что-то. Потому что там идет второй поток, он прямо говорит, разговаривает, это чувствуется, накладывается на тебя второй поток, который постоянно начинает с тобой диалог вести внутренний, которого нет вот такого именно диалога, такого формата нету за пределами этой местности. Я думаю, практически любой из вас это сможет почувствовать, и это шанс пообщаться с высшими силами, с теми, кто умнее. Но это, конечно, все двояко. Про этих инопланетян тоже история такая сложная. Помните, я в Коломне там целое расследование проводила, так ничего не расследовала до конца. Но я сторонник того, что лучше больше информации собирать, и потом она сложится как-то по пазлам.
И все по-разному. В этот раз у меня еще новая информация появилась. Я что-то, помните, изучаю это церковно-славянскую грамоту, древний вот магический язык, пытаясь его перевести, трансформировать, преобразовать и корень изъять вот это чистый, потому что подача идет все равно искаженная. И я вам обещала составить лекцию, но пока еще там я этот материал обрабатываю, не знаю, наверное, долго буду. Много там всего надо пройти. И вот интересную тоже я там такую тему нашла, что когда это писание пишут на древнелатинском языке, Константинопольское писание, они пишут по-другому. Я вам рассказывала, что очень похоже на альминские знаки магические, прям вот почти копия, не знаю, даже копия, наверное, есть, там вот буквы все те же самые. Она же все-таки как раз в этой религии была. И когда пишут они на нашем, на старославянском, там меняется все. Говорят, что это уже поздний, более поздний язык, а он до этого был другим. И, возможно, они изменили, а там используется более ранний язык. Но я когда начала сканировать тот более ранний язык, я увидела вот что, что вот эта письменность магическая, на которой построена в том числе альминская письменность, а источник один и тот же, вот источник этой письменности проистекает не с этой планеты, а с другой планеты. И вот интересная такая вещь я узнала, кстати, вот добавлю тоже вам такую информацию. Не с этой планеты, а с первородной планеты, откуда человечество прибыло сюда. Но там есть такая история, что на той планете человечество живет свободно от неземных захватчиков. Кстати, про них там тоже написано кое-что. И живет в альянсе нескольких планет с другими людьми. То есть там несколько планет в Солнечной системе, они находятся в альянсе, в сообщении, общаются между собой и так далее, и тому подобное. За счет того, что они более свободные, у них нету никаких захватческих элементов, они более открыты миру и открыты всему происходящему. И поэтому магия, колдовская сила закладывается там легче и быстрее. Мы раньше на это ссылались, на то, что это зависит от пространства времени, от движения энергии. Но оказывается, это в первую очередь зависит от принятия людьми, человечеством, в принципе, энергии извне. Насколько люди открыты внешнему миру, то есть открыты любить, чувствовать, помогать друг другу, идти навстречу, делать какие-то поступки на импульсах, на чувственной составляющей, тем больше мы друг другу, помогая, всю эту магию реализуем. Магия же реализуется за счет вот внутренних посылов, импульсов, состояний особой души. Если мы заблокированы, закрыты от этого, если мы все логически обдумываем, если мы стены ставим от этих внутренних, у нас же еще правила есть, да, в первую очередь мы эмоции, это все фигня, а разум, он превыше всего. Но у нас так получается, потому что такая жизнь сложная. Но тем не менее, есть обратная сторона медали у этого, когда ты перебарщиваешь с этой историей, начинаешь закрывать возможность свои внутренние порывы, состояние души, чувства, и в итоге это ограничивает тебя в действиях. А чем больше ограничений в действиях, тем больше ограничений в общей картине действий всего человечества. И магия затормаживается, как сама духовность и развитие внутреннее. И вот когда они пишут эти магические знаки, я увидела, что источник идет с другой планеты, и вся эта колдовская сила идет оттуда, от их образа жизни, от их существование. И получается, она прорабатывается, эта магия, где-то в другом пространстве, а здесь физически она как-то слабо реализуется, непонятно, где там что-то вот произошло. Я-то как раз бьюсь и работаю за то, чтобы магия проявлялась через физический план, в первую очередь через физический мир. Я хочу научить вас и показать, как мы можем отслеживать действия магии здесь, как мы видеть можем ее отражение в проявлении именно в физическом мире. Вот слово «физический мир», наверное, не совсем правильно. Вот здесь правильно сказать «здесь, на планете Земля». Вот это правильно, потому что вот теперь я понимаю эту историю, видите, каждый раз раскрывается новая информация. Я понимаю, что получается эта магия а-ля тонкий план, она просто происходит где-то фактически и физически, но в другой точке Вселенной или космоса. А наша магия, которую мы называем физической, это магия, происходящая на планете Земля, которая здесь происходит. Поэтому нет разницы между этой магией, почему она должна твориться где-то на другой планете Сириуса или на планете Земля. Просто у нас заточка идет не без причины на то, чтобы мы там где-то магию делаем, а сюда она так косвенно доходит из-за того, что мы захвачены инопланетянами и так далее.
И получается, что на Землю магию проявлять здесь нельзя. Либо у нас она вся темная, то есть получилось так, что планетарная магия планеты Земля, она вся относится к демоническому царству. А значит, ангельское царство — это все за пределами Земли. Ассоциации просто огонь, да, вообще. Настолько мозги перепутали люди, настолько с этой магией иллюзии навешали. Настолько это представили вообще дичью какой-то. Потому что на самом деле магия – это естественный обиход и состояние человека и жизни вокруг нас, всех людей вообще. Это духовность, это Бог в нас. Бог в нас и есть магия. Это существование вот именно в таком вот волшебном состоянии. Боги вот этой нирвани, потоки любви, потоки счастья, когда вот это все получается, складывается, реализуется, волшебным образом заворачивается. То есть в этом надо жить. Это вот правильно сказал состояние души, я про это подробнее расскажу. И я все пытаюсь это пробить линейку, что не существует такой магии, как люди думают, что это какие-то обряды колдовские. Это скорее про черную магию, но это другое. Это про другое. Это не про саму магию, не про ее суть. А магия — это природа. Равно природа. Поэтому мы не можем отрицать природу, называть ее злой. Она такая, какая она есть. Мы можем с ней считаться, можем не считаться. Но природа, она такая. Если с ней не считаться, она может как и рождать жизнь, так и убивать. Также и магия. Она сильная, как и природное явление. Явление природы, которое надо знать. Так вот, и у нас с вами выработалась такая идея, что на Земле магия не проявляется, она где-то проявляется в других измерениях. Да, отчасти мы оттуда можем влиять сюда, но это сложная механика, которую нужно понимать. Я как раз пытаюсь вот эту механику донести этап за этапом, слой за слоем, объяснить вам, как она с других планов и измерений может влиять сюда, как нам это отследить, как нам смотреть. Это нелегко, не всегда просто. Есть множество сложностей и помех, как нам обходить эти сложности, помехи и так далее и тому подобное. И самая главная помеха на встрече нашей магии – это инопланетные прошивки, про которые мы с вами недавно говорили, про которые я много лекций снимаю, и неспроста, потому что наша планета же является захваченной инопланетянами. И вот я тут недавно информацию новую, как раз обновление нашла на эту тематику. Это как раз-таки вот в этой азбуке, когда я начала разбирать вот эти тексты древние из Константинополя. И я увидела, что в чем разница вот между этими текстами, текстами Альмин и текстами, которые я пишу. Я увидела, что вот в этих текстах сокрыто знание, которым владеют избранные. Вот они посвящены, круг посвященных. А далее Альмин и я, мы уже перебираем канал энергетический, но мы его как будто копируем, но сами знания нам эти не рассказывал никто. То есть нет вот этой посвященности. Я вижу, что там посвящают кого-то там, я не знаю, из их круга. И я решила просканировать, что там за знания. Ну, конечно, все там не увидеть, но вот одну часть я только увидела, такая информация пошла. Опять же, мне пошла такая информация. Опять же, по тексту, который там был из Константинополя, древняя латынь. Пришла информация, что человечество вступило в соглашение с инопланетянами. Вот это узкий круг владеет вот этой избранной информацией. В договор с инопланетянами, захватчиками, для того, чтобы они, короче, дрючили человечество на протяжении определенного периода времени. Вот это был договор, по конце которого, после которого, когда людей домочалят всякими способами и методами, они заплатят за это человечеству отплата, и отплата по договору является резкое повышение уровня духовного развития человечества, духовного, в принципе, развития, не знаю, интеллектуального, может, еще какого-то общего развития человеческой расы. Резкий подъем. То есть эти инопланетяне используют человеческий ресурс на протяжении определенного количества времени, а потом в отплату за это они прокачивают резко землян до какого-то уровня, что люди хотели добиться. Они хотели резкого скачка в развитии, бешеного какого-то. И инопланетяне за это могли предложить только рабский труд. Но я не знаю, там, как это все звучало, это уже я предполагаю. Просто вот мне эта информация пришла.
И тогда становится понятно, что в религии все идет через страдания. Ты вот страдай, страдай, а потом тебе в раю когда-нибудь хорошо будет. Думаешь, что ты должен страдать? А по факту получается, да, если мы этим инопланетянам служим, то часть, ну, служения, в принципе, как и все, наверное, заключается в страдании. Не то, чтобы мы морально страдали, но физически там пахали, психологически, морально, ну, во всех фронтах и аспектах. Это не просто страдание ради страдания, это страдание ради ресурса. Я так понимаю, это просто рабский труд. Это как будто когда рабы там работают где-то в поле, они страдают физически, тяжелая работа, но они работают на хозяина, там в поле выращивают что-то, вот что-то из этого разряда. То есть мы там что-то делаем, из-за этого страдаем, потому что это огромный труд, бешеное пахарство, работаем на инопланетян, на их благополучие. И вот так, такая информация пришла, что якобы узкий круг посвященный это знает, они хранят эту тайну, сохраняют от всех, они знают про то, что нужно продолжать страдания, поддерживают это, сейчас я про это тоже расскажу, и подпитывают эту тему, создали целое религиозное движение духовное, где человечество напоминают о контракте с инопланетянами, который никак не расторгнуть. И вот по этому контракту человек как бы там не перезаключал договоры с этими, договора с этими инопланетянами, все равно он страдает. Это как договор с дьяволом, да, то есть ты что не попросил, там идут какие-то страдания, отплаты за это. Вот здесь вот что-то в этом роде. И там в любом раскладе, при любом контексте ты, в принципе, пашешь, там страдаешь, сквозь проблемы пробиваешься, сквозь тернии к звездам. Ну вот никак ты не избежишь этого элемента страдания, уйти от него невозможно. В общем, и я посмотрела сквозь призму вот этой теории. Кстати, получается, тогда это объясняет действительно всю нашу идеологию, основанную на страданиях, а в этом есть тогда какой-то смысл. Получается, что действительно это никак не обойтись. Вот посмотрите, с какой стороны не посмотришь, ты как бы вот какой путь жизненный не выбрал, оно все равно идет через страдания. Ну, в плане того, не то, что ты там как мученик страдаешь. Ну, допустим, даже если ты стараешься там под контроль свою жизнь брать, к счастью стремиться, я вас учу, вот чему вы должны следовать, все равно вам сложно вот это менять жизнь, там расставаться вот с отношениями, которые там неправильные отношения, менять работу, это все равно через ломки, через внутренние. Но это нехорошо. Что не мягко происходит все и не безболезненно. Это все равно все болезненно происходит. И вся вот работа и деятельность тоже, я вот вам много помогаю, и там столько преодолевая сложности, и тоже там всякие люди, есть проблемы, и тоже сквозь опять эти страдания. Я подумала, вот от них никак не уйти. И во многих духовных идеологических книгах пишут, что страдания — это часть жизни, это нормально, это движение энергии так идет. Но я подумала, движение энергии идет за счет совершения работы. Я думаю, ну ведь есть грань, я же всегда рассказывала, вот в этой совершении работы, где ты можешь работать, но не так, что ты прям весь там обстрадался. То есть, ну есть же вот эта вот грань, которой ты переходишь, и уже явно там перебор. И вот здесь она везде с перебором. И мы говорим, что это какая-то болезнь просто. Но согласно их теории, все встает на свои места. То есть это и есть рука инопланетян в наш жизненный обиход, вернее, наше им служение временное. Можно это назвать контракт с дьяволом, но я бы, наверное, не стала так это называть, потому что все-таки в нашем понимании религиозном контракт с дьяволом, он подразумевает какую-то ошибку огромную жизненную, а здесь получается это просто обычный договор, после которого нас реально поднимут духовные в развитии, и мы будем жить счастливо, прекрасно в раю. То есть после контракта с дьяволом человек в рай все-таки не попадает. А тут вот такая история. Я поэтому пытаюсь вам убрать вот эту демонизацию образа инопланетян и перейти на более современное, более разумное восприятие ситуации происходящей, чтобы убрать эти лишние мучительные страдания, опять же, переключиться на уровень более высоких вибраций. Чем ближе мы к завершению этого договора, я так понимаю, тем меньше страданий в нашей жизни. Поэтому оно как-то там понижается, как-то уменьшается какими-то местами, нахлёстами. Плюс это реально зависит от пристрастий инопланетян, их потребностей от нас, того, чего они хотят, и местами там они хотят какой-то жести, местами там чего-то полегче, и тоже там у них какие-то перестройки бывают в обществе, поэтому это на нас отражается. Вы должны это понимать, что это не какая-то фатальность неизбежная, там все меняется, и потом эти инопланетяне, они тоже, у них что-то может поменяться, они же там не вечные. Вот, и все вот это вот в таком живом формате, но тем не менее, якобы у нас такое соглашение,
вот есть, сколько-то мы должны прослужить. Кстати, такую информацию много где слышала. Она, оказывается, проистекает из этих вот религиозных источников. И сама религия, она же основана на страдании. На страдании и на страхе Господа. Ну, собственно, Господ. На страдании и страхе перед Господами. Ну, вот оно и логически и так и видно. Вот они, собственно, так все и делают. Но, по крайней мере, здесь просвет виден, что это не вечность. Я увидела такую очень интересную вещь, что, по сути, вот эти страдания, это, по сути, работа на инопланетян. То есть это как посмотреть, понимаете? Тоже надо, вот наше отношение к жизни определяет на то, насколько мы счастливы. Просветленные люди, они проще ко всему относятся. Опять же, если ты воспринимаешь это страдание, что дьявол нас нагибает, то все так плохо, что прям просвета в этой опе нету, как говорится, и некуда посмотреть. Но если посмотреть как-то потрезвее, пояснее, что, по сути, это просто соглашение о работе в интересах инопланетян на какое-то время взамен за хорошую, реально солидную оплату, то нужно понимать, что у этих инопланетян есть разные формы работ. Можно сменить работу. Вот ты когда на работе работаешь за зарплату, это уже не так страдальчески, как если бы ты просто страдал непонятно за что. Нужно понимать, что они все равно что-то дают за эти страдания, потому что за все страдания что-то дается. Так показано в жизни, то есть зарплату они платят определенную, прожиточный минимум есть. Но можно подойти к этому более здраво. И раз уж мы сами согласовали этот контракт, и мы работаем теперь на них, вынужденно в страданиях находимся, можно выбирать вид страданий, вид работы, где ты уже работаешь, и эти страдания, они не так ужасны. Вот, допустим, как, в принципе, и сделала я в выборе своей деятельности, образа жизни, потому что очень многие люди, они там всякие гадости мне писали, завидуют моему образу жизни, хотя я тоже через страдания, как все, к этому приходила, но я грамотнее к этому подошла, я не стала перекладывать всю вину и злобу на инопланетян. Якобы весь свет клином сошелся на них, а вот я бы без них жила бы прекрасно. Я подумала, что мир такой, какой он есть, и инопланетяне есть, инопланетяне, у них есть свои интересы, я к ним без злобы отношусь. Но вот так случилось, что мы в таких вот взаимоотношениях. Думаю, как же вот в этой позиции найти себе какую-нибудь хорошую позицию? Потому что в любом случае ты соблюдаешь этот контракт, от него тебе не уйти, но есть разные формы его соблюдения. Потому что некоторые вот выбирают форму ненависти и злобы ко всем людям и к самим себе. Это как-то не очень. А можно все-таки выбрать, где ты там на них пашешь, что-то делаешь для них. Вычищаешь им карму, к примеру. Тоже может быть тяжело, но в конце концов ты делаешь что-то хорошее, реально помогаешь им, и тебе за это платят, и потом тебе за это отплатят, и почему бы нет? Ты вот поработал, занялся такой альтруистической деятельностью, поработал на инопланетян. То есть в моем понимании лучше выбирать работу, которая не противоречит твоей совести, чувствам внутренним, духовным, душевным состояниям, даже если она тяжела физически, там психологически, потому что с инопланетянами работать тяжело. Я вот заметила, что люди делятся на две формации. Те, которые работают на инопланетян в стане инопланетян, и те, которые работают на инопланетян в стане людей. То есть они на людей воздействуют как-то через инопланетские интересы, а другие конкретно на инопланетян воздействуют, и с ними там в их не каша варится. Вот те, которые работают только с инопланетянами, там очень много психологических сложностей, потому что инопланетяне другого психологического склада, там другие требования к психике, к внутренней выдержке, к состоянию, другие проблемы психологического характера, нечеловеческие, и человеку тяжело бывает. Многие люди, которые работают на инопланетян, они сразу видны за версту. Это асоциальные люди, которым тяжело вписаться в общество, самореализоваться, и они, как правило, как не от мира сего, они такие. Но еще бывает у них вот эта злость на человечество, у некоторых непроработанные, они выбрали такой путь более легкий, но сложный для себя внутренний, легкий с точки зрения ума, потому что не надо мозгами думать. Но на самом деле путь тяжелее, путь ненависти тяжелее гораздо, чем ты вот сохраняешь такие нормальные отношения, но понимаешь, на кого ты работаешь, почему, что происходит в этом мире, что тебе это неизбежность, которую нужно отпахать. Вот. И оно, в принципе, во благо. То есть это во благо делается. Но согласно этой общей теории, я, в принципе, тоже поддерживаю идеологию такой, что надо как-то договариваться, надо как-то находить точки схождения, что нет апогейного зла, его не бывает. Если у нас какой-то конфликт, надо договариваться, надо подстраиваться под среду и искать варианты разные, более-менее гладкие для себя, которые тебя могут устроить, и ничего страшного, и так можно прожить.
Вот, и так можно быть тоже счастливым, что-то реализовать, и что-то в твоей жизни может получиться. Поэтому вот так вот интересно, когда я начала пытаться так делать, я увидела, что если сонастраиваешься вот с этим контрактом, который на все человечество, представляешь его, сонастраиваешься, как-то через него пропускаешь энергию, то получается, ты как-то в унисон процессов идешь, и магия сюда начинает проявляться. Я увидела, кстати, почему у меня магия работает, в отличие от многих других людей, потому что у меня есть понимание того, что я живу не только на этой планете, и на этой планете свет клином не сошелся. И космос огромный, кругом множество людей и множество свободных планет. И я отчасти чувствую вот эту свободу и независимость. А вот вы это чувствуете, может, тоже во мне. Многие говорят, почему я так легко говорю об таких сложных вещах. Потому что у меня в душе вот это чувство свободы. То есть, если здесь вот этот зловещий дьявол как-то существует, у меня состояние души в Боге свободное, в раю, то есть я не чувствую себя захваченной инопланетянами, идеалом, то есть я свободна в выборе. Вот это моя самая главная фишка, благодаря которой я все эти знания вам даю и, собственно, передаю вам возможность эту свободу обрести, что на самом деле это иллюзия. У нас есть свобода, даже живя на этой планете. Мы здесь не вечно живем, мы отсюда можем перевоплотиться и жить можем в свободных мирах. И мы опять же воплотились сюда зачем-то, может, мы вот и хотим как раз-таки вот этого скачка духовного. Хотим тут попахать, пострадать, там, потом супер возвыситься. Может, у нас в этом задача есть. И поэтому я смотрю на это как собственный выбор. А когда ты сам выбираешь вот то, где ты находишься, это уже не страдание. Да? То есть если человек вот... Посадили его в тюрьму, он страдает. А вот если он намеренно пошел в тюрьму сам, то он не страдает. Вот в этом есть огромная разница. Я вас к этому призываю, что поскольку люди все равно как-то косвенно, осознанно, неосознанно, напрямую, посредственно оказались здесь не просто так, если мы с точки зрения души и высоких материй смотрим, то значит, у вас у всех было намерение, значит, вы все в любом случае свободны, вы все можете отсюда уйти, там через духовный выбор, который может произойти. Если он не происходит, значит, вам что-то надо. Постарайтесь понять себя. Счастливее будете, понимая себя. Если вам нужны эти страдания, они уже даже перестанут быть страданиями. Это уже просто стиль жизни будет определенный. Ну, так образно я говорю, конечно. Вот такая вот мне пришла информация. Я попрактиковала. Советую вам тоже практиковать вот так вот с этим контрактом, попытаться как-то в него строиться, найти, где ваше место, где вы можете реализовать свой потенциал, проработать что-то, быть счастливым и не быть жертвой ситуации, а быть управляющим. Даже в работу вы можете выбрать все-таки. И никого не обвинять, ни на кого не злобиться, не считать там кого-то, что вам кто-то испортил жизнь, а вы несчастный, прекрасный были бы таким, если бы вам жизнь испортил кто-то, да? То есть вот так не надо думать, мы творцы своей жизни, мы хозяева, и нам никто ее не портит, кроме нас самих. Надо брать в свои руки. И вот эта теория, она немножко добавила очень интересных ноток, через которые у меня хорошая проработка пошла. Я вот буду дальше двигаться в этом направлении, дальше изучать вот эту книгу. Может, там что-то новое откроется. Но эта история с инопланетянами, она очень интересная. И открывается здесь, конечно, очень много инопланетных различных зон, на Алтае в том числе, где можно с ними вступить в контакт. Вот, кстати, вот эта колдовская зона, где я вам сказала про колдовство, там рядом очень мощный какой-то вот такая немножко темная инопланетная энергия, прям инопланетская, но она темноватая такая. И вот это чувствуется. С одной стороны, может, это пугающе, а с другой стороны, через эту энергию много видно интересных моментов, которые ты не видишь так. То есть нужно много понимать с разных сторон. Опять же, вся эта темность, она относительна. Нужно понимать, в чем она проявляется, в чем и как. И люди по природе своей, они все равно выбирают форму страданий, в которой они находятся. И количество страданий тоже. Нужно понимать, что с точки зрения духовности все равно человечество совершает определенный выбор и само идет вот в этом направлении. Поэтому не совсем уж мы такие жертвы несчастные. Но, тем не менее, вот эти энергии почувствовать и узнать очень хорошо. Знания какие-то раскрыть, данности, что-то это вам поможет, что-то вам раскроет. То есть это огромный плюс. В отличие от той горы, которую я вам сказала, вторая, там вот какая-то светлая инопланетная энергия. Она действительно настроена на контакт с людьми, на общение с людьми. Там прямо она специально какая-то контактерская именно с людьми. То есть они там вот с людьми разговаривают. А колдовская нет, они там вообще не разговаривают. То есть если вы там как-то на них выйдете, только молнию в задницу получите от них. Если там с ними сможете заобщаться, лучше с ними не общаться. Мы там общаемся с духами, со средой, с энергией вокруг.
с инопланетянами не общаемся. Кстати, именно там мне пришла технология о том, как нужно правильно магические палочки выполнять вот с этой как раз-таки намагниченной спиралью из проволоки. Помните, я индийские палочки делала из серебряной спирали, специально серебро накручивала. И там вот заземлитель был, то есть вот такая механика колдовская, как сделать так, чтобы аккумулировать энергию на волшебной палочке. Кстати, у меня еще несколько волшебных палочек осталось в Индии, так что можете их приобрести, когда сюда приедете. Все, несколько штучек. Вот, и там помимо этой информации еще много чего дается. Плюс там растет чабрец, это тоже хорошее тело. Можно вкусный чай попить. В общем, место волшебное, интересное. На втором месте, кстати, очень много камней волшебных, вы можете их набрать. То есть это прям поездка за артефактами. Я вам советую там набрать палочек. Палочек в лесу, камней вот на другом месте. И вы вот это будете компилировать. Подготовьте сразу места в чемоданах, в своих сумках. То, что вам это все понадобится. Вот, ну и следующие три дня у нас будут в нашем эзотерическом центре. Здесь уже более у нас расслабленческая атмосфера. Здесь я колдую. У нас будут, как всегда, конечно, лекции. Колдовство, но в основном я провожу колдовство в более свободной, раскрепощенной атмосфере, где вы там играете, развлекаетесь, общаетесь, а я колдую тем временем и прокачиваю вас. Ну, помимо общих, конечно, сходок, где мы будем проводить магические работы. Как мы делаем это обычно, у нас творческая программа, развлекательная программа, ну и, конечно, день рождения Шебел. Будем отмечать, и у нас творческий день, танцы, выступления, интересная тематика, развлечения, в общем, куча-куча всего, ребята. Будет весело, интересно в этом году, мы уже готовим творческую программу для вас каждый год, ребята готовятся выступать, танцевать. Вы тоже можете принять участие, если захотите, потанцевать и выступить. Пишите в нашем чате, который у нас открылся по ретриту, кто что желает, мы же будем это обдумывать, будем решать, у нас не хватает человечка для одной роли. Вот, творческая программа тоже очень хорошо для проработки себя, раскрытия себя. Я много раз говорила, это помогает раскрепоститься, чувства раскрыть. И плюс в магии, в колдовстве, которое я делаю, это работает очень хорошо. То есть методы мною выбранные, они очень правильные, помогают человеку верные божественные качества раскрыть, в действии, в коллективе, в окружении, что проще всего. Такой микро-детский лагерь, но который на позитивной ноте, на хорошей, конечно, потому что я, допустим, была в лагерях, я там сидела в этих лагерях, а не детский лагерь. Бывает иногда, конечно, это очень приятно, очень хорошо. Вот, ребята. Конечно, в этом году ретрит у нас получается дороже за счет поездки, потому что трансфер оплачивается, тоже от нас не зависит, дорога здесь не дешевая, и проживание там в других отелях, конечно же, они там свои цены назначают, но плюс в том, что там реально есть классное место, где жить с палаткой. Если вы хотите сэкономить, ребята, я всегда предоставляю миллиард вариантов сэкономить, как вы можете сократить расходы, и я вам сейчас как раз хотела рассказать. 155 тысяч вариантов, как их можно максимально сократить. Во-первых, там действительно можно проживать палатки, потому что там вот этот шикарный лес, вот эта речка, то есть вода, лес, и лес, причем он утепленный там, он наполовину хвойный, очень большой слой хвои, вот этих вот иголок валяется, это утепляет землю для тех, кто ходит в походы и знает, очень хорошее дает основание. Плюс мы туда будем собираться постоянно на магические обряды, то есть вы будете там рядом обитать в своей палатке. Пожалуйста, да, вам только вот за трансфер придется оплатить, потому что, ну не знаю, на автобусе, может, туда и можно на обычном доехать, ну, может, и смысла нету. А в любом случае придется 100% оплачивать трансфер до места силы, потому что туда не ездят автобусы, туда нас будут лично навозить наши выбранные автобусы. Но если до Акташа из Горно-Алтайска могут автобусы ездить, вы можете узнать, если прямо максимально хотите сэкономить, можете это выяснить. Вот. Но до места силы придется уже трансфер оплатить, там он тоже недорогой, сколько, по-моему, тысяч... Не помню, сколько тысяч. Надо посмотреть на сайте, описание есть, там точно уже по цене. Вот. И далее на базу вы приезжаете в наш эзотерический центр, но мы максимально дешевый центр только для вас делаем, вы это знаете, потому что на Алтае очень все дорого и проживание очень дорогое, хотя мы стараемся свою базу даже для туристов и других групп сделать дешевле. Мы следим именно за душевностью, выбираем тщательно людей, которые тут свои группы с мероприятиями могут организовать свои магические и духовные мероприятия. И мы стараемся человеческую цену делать с учетом, конечно, всех затрат, потому что сейчас все очень дорого. Но и не наглее, потому что у нас нету замысла спастригоборства, у нас есть замысел просто поддерживать наш эзотерический центр в хорошем состоянии. Вот. Но тем не менее, для вас вообще супер дешевка цены, которых уже не существует, наверное, 100 лет во всей России нигде.
Просто потому, что вы наши ребята, и для вас мы можем эти цены дешевые сделать. Ну и, как всегда, для тех, кто хочет, палатки бесплатно, пожалуйста. Но у нас для палатки прекрасное место, у нас подиум, душ, туалет в отдельном здании, то есть вас практически ничего не отделяет с людьми, которые живут в Аиле, что романтично, вы поспите в палатке, красиво. Между прочим, это романтика. Вот у нас туристы тут недавно были, они Аил взяли и захотели палатку разложить. Им захотелось в палатке ночью потусоваться, потому что там действительно красивое место. У нас же там вид с палатки, такой подиум, прям вид на реку, на горы. И они говорят, мы хотим. Вот оплатили дополнительно палаточное место и вот там сидели. Представляете, вместо Аила в палатке. Так что это действительно классно. Вам палатка бесплатна, поэтому, если вы хотите, можете даже и здесь не платить. Единственное, что вам придется оплачивать, это питание, конечно. Еда дорогая, продукты мы, к сожалению, не можем повлиять на это, на цены продуктов. Поэтому, если вы все равно тут будете, потому что все будут кушать вместе. Но питание мы, опять же, делаем самое дешевое, которое только может быть, только специально для вас. И для тех, кто готов нам помогать либо на ретрите, либо до, тоже может скидка. Ребята, если кто-то из вас не сможет поехать на Акташ по какой-то причине, потому что трансфер оплачивает дорого и так далее, вы можете остаться здесь и приехать заранее, помочь нам по базовым делам здесь, потому что нас не будет, на некоторые моменты выполнить с подготовкой готовки, с тем, чтобы следить за кошаками, кормить их, ну что-то в этом роде, следить за базой. И вот 3 денька вы здесь посидите, вы можете бесплатно отдохнуть. То есть вам возможно бесплатное проживание, и оплата ретрита только половина. То есть у нас сам магический ретрит без проживания и трансферов, он стоит 32 тысячи, а вам будет 16 тысяч или 16 500. Посмотрю, сколько там по процентам, посмотрите на сайте, мы цену там поменяли. Вот у вас будет полцены. То есть вы можете за полцены приехать, бесплатно 3 денька пожить, помочь и поучаствовать в ретрите. Есть и такие варианты, более упрощенные, более дешевые. В этом году у нас есть возможность на пол ретрита приехать. Не каждый год такое бывает, поэтому если у вас сложности в возможностях, надо этим воспользоваться, это огромный шанс. И я всегда даю максимально шансов, вы знаете, людям. Иду всегда навстречу и финансово, и всякие возможности даю. Стараюсь, чтобы у вас была все-таки шанс, была возможность посетить этот ретрит. Так что обдумайте, обдумайте разные варианты, пишите Амирею, связывайтесь, мы вам расскажем, как и что, и приезжайте, несколько мест еще осталось. Да, потому что у нас уже старички, как говорится, в основном все забронировали сразу, которые уже знают, что такое ретрит, ходят на них. Но хотелось бы новеньких тоже кого-нибудь, интересненькие, тем более есть такие всякие промо-акции, как говорится, но я образно их так называю. Вот так получается просто, мы идем навстречу вам тоже, хотим, чтобы получилось все, потому что это волшебное событие раз в год. Для нас оно как Новый год, это праздник, это всегда мощная взаимопрокачка, много радости, много магии, волшебства, просто приятное времяпрепровождение, красоты Алтая. Ну и надо раз в год себе позволять вот эту разгрузку душевную. То есть она может быть не физическая с точки зрения, если вы там едете куда-то на море и так далее, отдыхать на пляж, она душевная, духовная разгрузка для ума, разума и духовного тела. Я вам советую. Так что, ребята, приезжайте на наш ретрит. У нас инопланетная тема в этом году. С одной стороны, волшебство обряда, колдовское обучение, с другой стороны, контакт с инопланетянами. Но те, кто останутся на базе, колдуйте, может, вы здесь что-то увидите. У нас здесь часто, видите, НЛО всякое летает, прям реально НЛО. Неопознанные летающие объекты, настолько они неопознанные, что опознать их невозможно под что-то классическое, на что можно было бы свалить. Что это не НЛО, это там спутник, еще что-то. То есть нет, некоторые вещи тут прям очевидно, уже не что иное. Вот, так что мы вас ждем, пишите, звоните и до новых встреч!